мили. Стартовый состав Сампдори. Четверка полузащитников на поле. И заметь, что один из них сыграет чистую десятку. Гости в следующем составе. Добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. На клуб профиль курящий трубку. Зовут его по-итальянски Джованни Батиста. Курящий трубку. Зовут его по-итальянски Джованни Батиста или Джон Баптист по-английски. Моряк символизирует расположение Сампдории в портовом городе Гена. Цвета Сампдории – это синий, белый, черный и красный, которые в форме команды. Эти цвета берут корни из слияния двух. Клубов. Сампьер Доренезе и Андреа Дори, из которых и у этих команд и были черно-красные, и, соответственно, бело-синие цвета. Фабио Квальярелло. Отличный пас. Фабио Квальярелло. И счет матча открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Вы только посмотрите, как он управляется с мячом. В нижний угол отправил мяч, как будто никого в штрафную не было. На клуб профиль курящий трубку. Зовут его по-итальянски Джованни Батиста. Или Джон Баптист по-английски. Моряк символизирует расположение Сампдории в портовом городе Гена. Цвета Сампдории – это синий, белый, черный и красный, которые в форме команды. Эти цвета берут корни из слияния двух. Сампьер Доренезе и Андреа Дори, из которых и у этих команд и были черно-красные, и, соответственно, бело-синие цвета. Фабио Квальярелло. Отличный пас. Фабио Квальярелло. И счет матча открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Вы только посмотрите, как он управляется с мячом. В нижний угол отправил мяч, как будто никого в штрафную не было. На клуб профиль курящий трубку. Зовут его по-итальянски Джованни Батиста. Или Джон Баптист по-английски. Моряк символизирует расположение Сампдории в портовом городе Гена. Цвета Сампдории – это синий, белый, черный и красный, которые в форме команды. Эти цвета берут корни из слияния двух. Сампьер Доренезе и Андреа Дори, из которых и у этих команд и были черно-красные, и, соответственно, бело-синие цвета. Фабио Квальярелло. Отличный пас. Фабио Квальярелло. И счет матча открыт. Отлично они начали, быстро решили забрать игру себе, и гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Вы только посмотрите, как он управляется с мячом. В нижний угол отправил мяч, как будто никого в штрафную не было.